Школьники промышленного района Самары приняли участие в лыжных гонках на Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова, учителя физкультуры лицея «Технический». В прошлом году зимнее первенство района по лыжным гонкам, которое ежегодно проходит в парке Воронежские озера, впервые посвятили памяти Николая Давыдова, поскольку среди участников соревнований много его учеников. Николай Вениаминович Давыдов, Коля, был очень хороший человек. Все о нем отзывались только прекрасно. Такой человек притягивал к себе. Пока вот мы помним его, наверное, мы будем проводить соревнования, а пока мы помним о нем, человек жив, человек вот с нашей памяти. В соревнованиях принимают участие более 25 образовательных учреждений. В каждой команде по 25 лыжников в разных возрастных группах. Им предстоит пробежать дистанцию 1,5 километра по лыжне вдоль озер. Победитель получит переходящий кубок и путевку на городские соревнования. Напомним, что в этом году в парке Воронежские озера проходит третий этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк Воронежские озера находится в самом центре промышленного района. Здесь всегда проходят разнообразные мероприятия. Круглый год его посещает большое количество людей. Уже в этом году весной начинается третий этап благоустройства парка. Будут устроены новые дорожки, установлены новые освещения, будет сделано озеленение с автополивом и установлены лавки и урны. Парк Воронежские озера в этом году снова вошел в топ-пространств для участия во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Если его поддержат жители, то территория продолжит свое преображение в 2025 году. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.